Принимая меры по спасению Черного моря, ученые сделали вывод, что от экологических проблем больше всего страдают дети. Так, в 1999 году родился одноименный постоянно действующий конгресс. 12-й конгресс посвящен медико-экологическим и социально-экономическим проблемам экологической оздоровительной системы молодежи. Не случайно он проводится в Анапе, детской здравнице страны. В процессе научных исследований нами были разработаны патогенетические методы лечения, в арсенал которых включали климатопанию, физиотерапевтические методы, сероводоводные, йодобромные, хвойные ванны, иглорефлексотерапия, лазерная и мануальная терапия, лечебная физкультура, методы закаливания и фитотерапии. И нужно сказать, что результаты от этих методов, которые нами были разработаны, они показали, что мы на правильном пути. Программа конгресса обширная. Ученые затронули не только медицинские аспекты, но и способы формирования мировоззрения у школьников, особенности механизмов психологической защиты, передовые технологии. Молодежь стала обращать внимание на те проблемы, которые мы выставляем. Это борьба с наркоманией, у нас много примеров есть, борьба с алкоголизмом. Мы достигаем тех результатов, к которым мы стремимся. Среди докладов – выступления молодых ученых курорта. По итогам работы конгресса будут внесены дополнения в существующие образовательные и оздоровительные программы.